Всем привет, в этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Huawei P20. Начнем с первой игры, GTA San Andreas. Запускаем эту игру. Посмотрим, как она работает на максимальной графике. Сейчас в настройках делаем максимальный уровень графики. И запускаем игру. Загрузилась игра. И теперь смотрим, как она по плавности. По плавности все отлично. Игра не подтормаживает. Разве что моментами, но это на игровой процесс не влияет. В целом игра работает отлично. На максимальной графике, без каких-либо проблем, запускается GTA San Andreas. В этой игре проблем нет. Закрываем. Переходим к следующей игре. PUBG Mobile. Ну, тут увидите уже сам игровой процесс, потому что загрузка, создание персонажа достаточно долго, поэтому уже сам игровой процесс увидите. Игра загрузилась. Загрузилась игра на высокой графике. Это уровень по умолчанию, не ультра. И вот на таком уровне по умолчанию, на высокой графике, в принципе, графика хорошая. Игра работает плавно, без тормозов. В общем, все очень плавно. В этой игре тоже никаких проблем на этом устройстве не будет. Закрываем. И переходим к третьей игре. Это World of Tanks. И, в общем, также увидите уже сам игровой процесс. Игра загрузилась. Загрузилась достаточно быстро, в принципе, можно даже не останавливать видео. И видите, что хорошая графика сразу идет, и игра работает очень плавно. Не подтормаживает. Все работает шустро. В общем, с играми никаких проблем нет. Все три игрушки в этом видео загрузились на высокой графике, с хорошей плавностью. В общем, смартфон без проблем тащит даже самые тяжелые игры на максимальной графике. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!